yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boys all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a... Ну, сегодня, смотри, какой первый сет был так. Мы проигрались, и во второй сет мы попробовали другую тактику, я думаю. И мы тоже проиграли. Я не знаю, что можно делать. Сейчас он матч завершил. Сейчас смотрим и подготовимся для следующего. Ну, я не знаю, что можно сказать. Потому что когда проиграешь, там можно говорить очень много, что какие ошибки мы делаем. Мы до сих пор находимся в поисках той игры, которую нам хотелось бы видеть от команды. Perché la nostra ancora non è una squadra completa, no? Потому что команда у нас до сих пор еще не укомплектована, есть травмированные, поэтому есть, ну, определенных проблем достаточно много. Но на данный момент, опять же, вернемся к ключам, что на данном этапе сезона, скажу так, он больше озабочен игрой своей команды, потому что очень много грехов, которые нужно исправлять, и вот это нужно делать в ближайшее время. Ничего не знаем, потому что ждем не только Волкова, ждем Калагинского, ждем Ананьева, у которого тоже проблемы, поэтому... Ничего, к сожалению, точно сказать не можно. Мне было очень плохо после Самотлора, ну, такого проигрыша. Ну, как бы на душе не лежало, и там и мысли плохие были. Но поговорив, как-то все так наладилось, и вот вылилось в такую игру, и от этого еще лучше. Итоговый результат важен. Сколько мы раз «Зенит», ну, это ни о чем не показывает, мы же в полуфинале им проиграли. Мы выиграли, мы «Зенит». Ну, галочка хорошая. Мы молодцы. Но когда надо, не выиграли. Вот это, наверное, лучше сейчас, наверное, проиграть, а потом выиграть. Вот так. Когда Владимир Романович подключался уже к тайм-аутам, как это сказывалось на вашей работе, на команде? Если честно, там я не видел, он там, может быть, кого-то отдельно там к ребятам подходил. Вот, лично с ним мы не обсуждали там, ну, никакие там вопросы там касательно игры. Вот, конечно, мы это сделаем после, ну, это нормальный рабочий процесс, так же, как и с нашим аналитиком, так же, как и с нашими статистиками и с ребятами. То есть у нас будет просмотр, и мы сделаем работу над ошибками. Мы не можем принять, когда мы не знаем, что делать, как заблокировать, как достать в защите, и мы опускаем голову. Вот это проблема. И вот основная наша задача – решить проблему, когда нам сложно оставаться командой, мыслить позитивно, трезво, чего, ну, не хватило, мне кажется, в сегодняшнем матче. Я вижу, что у нас будет все хорошо, я чувствую это, да, и я думаю, что на следующие турниры дайте немножко времени нам, у нас все получится. Я думаю, что никому не будет стыдно за команду «Зенит». ZTV. Si je réussis, ils vont dire qu'on n'est pas des dards. Je suis déter, j'ai les couilles comme le bravo à dards.